выполнять упражнения, комбинировать их и выполнять движения в соответствующем им темпе. Чтобы улучшить осанку, привести мышцы в тонус, почувствовать ясность в голове, нужно выполнять упражнения на растяжку. Мы предлагаем упражнения на растяжку, которые можно выполнять дома. Упражнения на растяжку улучшают метаболизм, кровообращение и наращивание мышц. Итак, упражнение номер один. Кобра. Лягте на коврик лицом вниз, держа ноги вместе и вытянув носочки. Положите руки прямо под плечи. Выпрямите руки, чтобы оторвать верхнюю часть тела от пола. Отклоните голову назад и не отрывайте бедра от коврика. Мы будем держать эту позу 30 секунд. Готовы? Поехали! Скручивание торса в положении сидя. Сядьте на пол с прямой спиной, вытянув перед собой ноги. Закиньте правую стопу через левое бедро и поставьте ее на пол. Поверните туловище по направлению к согнутому колену. Положите правую руку на пол позади себя, а левый локоть поставьте на колено. Оставайтесь в этом положении 30 секунд. Это упражнение на растяжку нацелено на спину и на все мышцы живота. Большой шаг вперед с правой ноги. Другая нога находится сзади в положении прямо. Поверните левую стопу на 45 градусов к центру. Следите, чтобы правая нога была согнута под углом 90 градусов. Потянитесь руками к потолку. Оставайтесь в этом положении 30 секунд. Это упражнение прорабатывает бедра, спину и пресс. Чем глубже выпад, тем сильнее работает торс. Поза воина улучшает равновесие. Упражнение «Мостик». Лягте на спину, согнув колени и вытянув руки по бокам. Медленно поднимайте бедра, держа плечи и ступни прижатыми к полу. Продолжайте подниматься, пока колени не будут согнуты под углом 90 градусов. Оставайтесь в этом положении 30 секунд. Это упражнение является отличной тренировкой для ног и пресса. Упражнение «Боковые выпады». Сделайте широкий шаг вправо и опустите бедра к полу настолько, чтобы колено приняло угол 90 градусов. Следите, чтобы колено находилось прямо над ступней. Держите левую ногу вытянутой по левую сторону тела. Наклоните туловище вперед и положите себе руки на согнутое колено. Оставайтесь в этом положении 30 секунд. Это упражнение укрепляет и подтягивает мышцы ног. Упражнение «Растяжка внутренней части бедер». Сядьте на пол, держа спину прямо. Сведите ступни вместе и притяните к тазу. С помощью предплечья слегка придавите колени к полу. Вы почувствуете, как тянутся мышцы. Оставайтесь в этом положении 30 секунд. Упражнение «Прижимание коленей». Лягте на спину. Подтяните оба колена к груди. Держите их руками. Оставайтесь в этом положении 30 секунд. Это упражнение прорабатывает мышцы спины. Упражнение «Растяжка трицепса». Встаньте прямо. Поставьте ноги на ширине плеч и вытяните руки вверх. Согните правый локоть и держите его левой рукой. Мягко надавите на локоть в направлении затылка.
Оставайтесь в этом положении 30 секунд. Это упражнение улучшает тонус в плечах. Упражнение «Наклон в сторону» в положении сидя. Сядьте на пол, скрестив ноги. Поднимите левую руку прямо над головой и согните вправо. Легко тянущее чувство в левом боку означает, что вы правильно выполняете упражнение. Оставайтесь в этом положении 30 секунд. Упражнение «Треугольник». Очень широко расставьте ноги. Поверните левую ступню наружу на 45 градусов, а правую на 90 градусов. Держите руки параллельно полу, вдохните и начните вытягиваться влево. Выдохните и наклоните тело влево так, чтобы левая рука касалась лодыжки. Вытяните правую руку к потолку, продолжая смотреть вверх. Оставайтесь в этом положении 30 секунд. Эти упражнения очень полезны для здоровья. Выполняйте их постоянно. Так, уважаемые ребята, все эти упражнения, которые мы с вами выполняем, нацелены на то, чтобы мы с вами технически правильно выполняли все упражнения, которые нам были даны, и, конечно, чтобы вы могли сами